В России могут еще больше ужесточить наказание для водителей, пренебрегающих правилами дорожного движения. О том, что это надо сделать, Владимир Путин сказал сегодня в Ярославле, особо выделив, в частности, нарушения на пешеходных переходах и выезд на встречную полосу. Именно эти обстоятельства чаще всего и приводят к ДТП со смертельным исходом, сказал президент. Мы должны добиться кардинального снижения числа погибших и пострадавших при ДТП. Напомню, что за прошедшие десятилетия в результате таких происшествий получили ранения более 3 миллионов человек. Погибло при этом, обращаю ваше внимание на эту ужасную цифру, за десятилетие 350 тысяч человек. Это население достаточно приличного города. Страшные, бессмысленные жертвы, которых можно было бы избежать. Сказал Владимир Путин в своем выступлении и о мерах, которые нужно предпринять в первую очередь для повышения безопасности на российских дорогах. Одна из таких мер, по мнению главы государства, это воспитание культуры вождения. Я считаю ключевой задачей воспитание культуры вождения. А это строгое исполнение правил дорожного движения, следование нормам грамотного, дружелюбного поведения на дорогах, понимание ответственности и за свою жизнь, и за жизнь своих близких, за безопасность других участников движения. Понятно, что воспитание такой культуры – это процесс длительный. Поэтому он должен идти параллельно с ужесточением наказаний за нарушение. Еще в августе прошлого года правительство планировало внести в Госдуму целый пакет документов об ужесточении наказаний для агрессивных водителей. Но на сегодняшний день, как сказал президент, все сроки рассмотрения этих законопроектов нарушены. Из 13 документов до Госдумы добрался лишь один. Остальные все еще согласовываются. На президиуме Госсовета речь шла и о том, что водителям необходимо прививать культуру страхования, наряду, как было сказано, с навыками вождения. И реализовать, наконец-то, на практике меры по массовому, а не единичному оформлению ДТП при минимальном ущербе без участия сотрудников полиции, как это и происходит в большинстве стран мира. У нас же пока это повсеместной практикой назвать нельзя. Зачастую это связано и с позицией страховых компаний и многочисленными фальшивыми страховками. Шла речь, естественно, на Госсовете и о плохих дорогах. Эта проблема особенно остро обнажилась весной. Вместе со снегом с дорог сошла и часть асфальтового покрытия. Говорили прежде всего о передаче в регионы части полномочий по администрированию штрафов, которые могли бы пополнить дорожные фонды. Об этом в том числе сказал и губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. За 4 последних года, например, поступления в дорожный фонд Ярославской области достигли 15 миллиардов рублей, увеличившись в 3 раза. Соответственно, пошла и работа. За эти годы мы отремонтировали 865 километров улично-дорожной сети. Но осталось еще 13 тысяч. Поэтому самое главное сегодня не останавливаться в этой работе и искать возможности привлечения в этот фонд дополнительных ресурсов, например, те же штрафы, о которых уже сегодня говорилось. Для нашего фонда это плюс 600 миллионов рублей ежегодно. Обсуждалась на президиуме Госсовета и тема профилактики, тема обучения основам поведения на дорогах в школах и детских садах, что было массовым во время СССР. В Ярославле, где и проходило сегодняшнее заседание, уже созданы специальные кадетские классы, школьники которых, в свою очередь, обучают правилам дорожного движения дошколят. Есть у Ярославской области и еще один особый профилактический проект. В 2016 году стартовал наш интернет-проект «Добрый знак», где любой житель Ярославской области страны может стать участником этой акции, разместив в сети интернет фото с этим добрым знаком в любой форме. Вам большое спасибо за то, что вы сегодня присоединились к этой акции. И уверен, что осознание всеми российскими семьями базовых ценностей этого движения станет добрым знаком для перемен на наших дорогах. Дмитрий Маслак, Георгий Иванов. День в событиях. Госсовет. Миллениум. Снижению.